Размер заработной платы чиновников будет зависеть от эффективности их работы. В Госдуму внесли проект поправок в законодательство. Они предусматривают внедрение системы эффективного контракта государственного служащего. Что это такое и каких еще предложений ждать от депутатов в обзорном материале программы. Через 2 года зарплаты госслужащих будут зависеть от эффективности их работы. Новые поправки, внесенные на рассмотрение в Госдуму, предусматривают внедрение нового контракта для чиновников. Сегодня их зарплата состоит из 3 частей. Должностной оклад, оклад за классный чин и дополнительные выплаты. После того, как поправки одобрят, с госслужащими будут заключать контракт. В новом договоре пропишут критерии оценки эффективности и показатели, которых нужно достичь. В зависимости от их выполнения, чиновник будет получать полную или урезанную зарплату. Намечено, что контракты начнут заключать с 2017 года. В Министерстве труда и соцзащиты разработали новый законопроект. По нему на каждого ребенка при рождении автоматически будет открываться индивидуальный лицевой счет. Это позволит в дальнейшем упростить процедуру получения СНИЛС. Этот документ нужен, чтобы гражданин мог воспользоваться госуслугами. Сегодня получение СНИЛС происходит по заявке, и документ не могут выдать человеку, который никогда не работал. С внедрением нового законопроекта процедура его получения станет обязательной. Информацию о родившемся будут сообщать органы ЗАГС непосредственно в Министерство труда. Размораживать накопительную часть пенсии россиян пока не планируют. Минэкономразвитие выступило с инициативой оставить ее в замороженном состоянии. Это будет одной из антикризисных мер, разработанных ведомством. Продление заморозки накопительной части пенсии рассчитано на 3 года. В министерстве уверены, это позволит бюджету в будущем году сэкономить 37 миллиардов рублей. А в 2018 эта сумма увеличится до 220 миллиардов. Правда, эта вынужденная мера может окончательно разрушить накопительную систему.